это начало. Мы поехали. Так, это Лена у нас. Это Федя. Все готовы к путешествию? Так, я тоже готова в шапочке розовой. Вот. Солнышко у нас сегодня. Мы выезжаем. Такого я еще не видела. Что за поезда такие мелкие ходят? Нас не пускают проехать на лыжи. Ну да. Что это такое? Что он везет? Что он везет? Он себя везет. Больше ничего не везет. Какие-то каракатицы едут. В общем, так мы не поняли, что мы пропускаем. И не поезд. Фиг знает. Какая-то техника, которая, видимо, что делает? Фиг знает, что она делает. Я думала, может, она траву подстригает в парке. В парк, потому что все едут. Наверное, что-то убирает. Вот этот прибор явно что-то убирает. Ну все, мы тут все так же в том же составе. С лыжами, с детьми и с музыкой. Песня. Так, ладно, выключаюсь. Мы еще только подъезжаем. Очень красиво. Очень красиво. Музыки только сегодня нет, наверное, недели, потому что. Так, Федя уже опять не видно, вон он там вдалеке. Федя там. О, зачем шлем-то снимать? Федя, шапку ты зачем снял? Не знала. А, понятно. Лена едет. Это второй урок она такой взяла. That was a sick run. That was pretty fast. That was pretty sick. Умничка. О, ты едешь? Молодец. Ага. Ой. А давай останемся, я не против. Смотри. Ой, помочь хочет кому-то. Господи, боже мой, на горе-то, да как тяжело-то это. О, едет мой спортсмен. Два урока взял, уже как держится, молодец. Ну, Федя, как впечатление? Это что такое? Федор, это что за впечатления такие? А? Как впечатление? Страшно было? Федь? Нет, не было. Было? Мы с тобой на чарлифтер. Чё? На чарлифтер с тобой. Да, можешь, пошли.
At the top I clipped again. Came down nicely though. Елки красивые. Сейчас я еду одна. Могу прокомментировать все. Вот могу. Лес очень красивый. Ездить очень понравилось. Наверное, мы подсели на это. Теперь будем кататься. Я думаю, что и дети в восторге в полном. Только погода что вот портится немножко. Пробую сейчас на себя развернуть. Сегодня погода хорошая. У меня лыжки мои, точнее, Ленины, дала покататься. А там впереди где-то дети. Если услышим визг, значит это Федька. Федька сидит вместе с маленьким мальчиком. И сначала он очень боялся, потому что он без взрослого. Он хотел со мной ехать, но преподаватель ему не дал. Сказал, что сам большой. В общем, вот такие у нас горки. Начинаем учиться кататься. Может быть, даже вот сможем с такой съехать. Не знаю. Куда-нибудь туда уехать. Посмотрим. Что есть? Пытались. Кушаем бутерброды. Бутерброды уже съели. Так что, наверное, сейчас пойдем в кафешку еще искать, что можно там поесть. Да, Федя? Да. Он весь перед пятнами пошел. Страшно было кататься? Нет. Нисколько. В первый раз было страшно, конечно. Высоко, слишком очень крутые. А потом нормально. Потом привыкла, да. А я упала один раз. А я один раз упала. А я на чехлифте один пошел. Угу. Понятно. В общем, Федя и Лена у нас уже на 4-м уровне следующий урок будут брать. Вот так вот надо их переписывать идти. Я думала, на 3-м они. А они такие уже у нас крутые ездаки. Что сказали, уже все, на 4-й пора. Вот так, со 2-го урока. Ну ладно. Дубль 2 видео. Первое почему-то не снялось. Ну, хотя здесь, кстати, получше будет видео. Вон там вид какой классный. Так что-то я и не снимала в обратную сторону. Там Лена едет. Здесь Федя у нас едет, да? Здесь наши лыжи едут. Мы все их снимали, пытались мой снег счистить, но что-то как-то нет. Федя, держи крепче мои палки. Это вот. Твои палки? Да, и что, я должна держать? Да. А кто будет камеру держать? Я. Да? Вот аккуратно со своими зубками ездишь тут. Дубль 2 видео. Надеюсь, это сейчас уйдет уже нормально. Так, это все мы. Все давай время снимаю, я ужасно боюсь выронить камеру. Так, что упало? Ничего не упало, вон там вот наш, как видите, вам. Классный, красивый. Это все? Нет, это не все, мы еще снимаем. А что ты боишься-то? Почти проехали! А, Федя все боится, что нам нужно открывать же тут такую штучку, такую, которая нас тут держит. И вдруг я не успею ее открыть, он переживает. Прятай! Держи, я сейчас палки уронишь. Ты что уронишь? А я все хочу вот вид заснять, а еще хочу сфотографировать, сейчас я буду. Повернись для папы. Получается. Чего получается? Кататься а у Феди получается кататься? Да, очень классно. Федя, кататься. Федя, маленький коммент папе. Как ты сейчас упал? Федор, расскажи. Руками брейк. Как? Руками. Руками? А потом лицом. Короче, тормозил руками и лицом. Вот так. А сейчас мы стоим в очереди. Вот а наши лыжи. Федя, где а вон там. Федя, где мой шарф? Подъемники. Он же мне на шее не сел. Вот так вот. Я потеряла свой шарф, а он мне на шее сел.